Доброе утро, 8 января. Я иду по улочкам Гамбурга. Я почему выбрала этот отель рядом с спортом? Потому что тут 2 километра пешочком. Погода замечательная, правда, обещали дождь. Опять дождь отменили ради меня. Сейчас начало первого. И где-то через 20 минут я буду возле теплохода. Ура! Погодка потрясающая. Написано 8 градусов тепла. Мне кажется, даже теплее. У меня еще мокрая голова. Что приняла душ. Мужички вон стоят. Сказали мне на немецком как-то, видно, доброе утро. I just landed. Good morning. Они, oh, good morning. Везде кирпичные домики стоят. А это не знаю что. А по всей видимости, не знаю, госпиталь что ли, папки стоят. Наверное, госпиталь. Пошли. Сколько еликов возле дома. Вот такие вот уютные магазинчики. Мужчина вышел с какой-то булочкой отсюда. Медленно-медленно поворачиваемся. Сейчас я дергаю камерой. Автобусная остановка. Эрбанштабе. Страбе. Посмотрите, какой дом. Заросший. Вау, как красиво смотрится. Очень приятный городочек. Клинин канал. И вот уже, вот мое судно, вот где-то вот там впереди. Травка зеленая. Ветерочек слегка поддувает, да? Как без этого? Голова еще мокрая сзади. Надо было посушить. Ладно. Сейчас за поворотиком будет мой теплоход. Трава зеленая-зеленая. На севере. О, и вот за этим поворотом уже увижу свой теплоход. И вот река какая-то. Тут тоже река. И вон он, по всей видимости, виден отсюда мой кораблик. Все, осталось несколько минут. Какое чудесное утро. Как я хорошо прошлась. Какая красота. Тут велосипедная дорожка. Много велосипедистов ездит. И вот там какие тучи. Я успею убежать. И сейчас должен быть дождь, по идее. И вот он, Гамбург. Нас разделяет какой-то водораздел. И вот переходы пешеходные или велосипедные переезды. Красная краска везде отмечена. Тоже здорово. И вот он, мой теплоход. Вот стоит его крыша. Вот она. Вот он, мой красавец. 6350 пассажиров вмещает в себя. Ого, Каменюка, ты откуда такая? И сорваться неоткуда было, ни гор, ничего нет. Вот это да. Вот это я понимаю. Ну, здравствуй, виртуоза. Мой дом на 22 дня. Вот люди уже стоят. Сейчас пройду чек-ин. Ой, как я тебя люблю. Мой кораблик. Мой любимый. Стоим в очереди. Все говорят на немецком языке. Публика, конечно, вся в основном от 60 и выше. Некоторые пары совсем есть. Okay. Ура! Счастливая! Стояла пока за билетом за свои. Улыбалась, как дурочка. А что делать? Пошли. Боже, какая сказка. Мне дали мой ключик от каюты. Конечно, опять, ну я говорила, старички, я видела 2 семейные парочки с ребенком, 3 семейные парочки с ребенком, молодые. Остальные все. И вот оно счастье. И вот оно мое счастье. Ура! Хочу закричать. Боже, какая я счастливая. Боже, боже. Меня ждет незабываемое путешествие. А потом еще 5 по Арабским Эмиратам. Вау! Крузгейт. Гамбург. Гамбург или Гамбург.
Очень быстро очередь прошла. А сейчас это около, наверное, половина второго. Сейчас размещу свои вещи. Good morning. Thank you. И буфетик. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Туда, сюда? Да, сюда. Боже, какое счастье. Господи, какое счастье. Череда этих стеклянных коридоров. У меня слезла кофта. Иду с обнаженным. Да, с обнаженным. Зачем? Надо поправить. Нюка, доехали мы с тобой. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Good morning. А уже не morning. Нет, еще morning. Ну ладно. Двери открываются, оттуда нас выпускают. Вновь прибывших, и мы снова, и я снова здесь. Вау! Я ни разу на этом судне еще не была, но... Вау, где мои лестницы? Где мои лестницы, Сваровски? Хочу пойти сразу поменять свою каюту на балкон. Так, мой эй. Вот они, снова мои зеркала. Вот они, снова мои. Мой любимый корабль. Вот он. Вот он. Не то, что был этот несчастный принцесс. Красота. Я на 11 этаже. Завтра я поменяю себе. Или сегодня вечером. Я хотела поменять сейчас на балкон. А мне сказали, когда теплоход отойдет, только... Deck 11. Итак, ищем. 11-348. В теплоходе на как он называется, впервые. Итак, нашла. Открываемся. Заходим. А свет где у нас включается? Включайся наш свет. Окей. Заходим. Итак, вот моя каютка. Я такая, с меня все падает и падает кофта. Сейчас. Все, у нас есть круглосуточные практически буфеты. А, шкафчики. Слава богу, цветный коричневый. Сейф для миллиона долларов. Телевизор. Зеркало. Красивенький такой. Ну, как всегда, на MSC. А что такой свет плохой? Короче говоря, вот еще один шкафчик. Но мне столько и не надо. Я буду... You are here. Я вот тут нахожусь. Вот тут я нахожусь. Мне придется подняться. Джим. И вот я только захожу в буфет, и какой вид на город шикарный. И нас опять встречают такие вкусные вещи. А какие торты. I'm sorry. Итак, 1:47. Я себе возьму кусочек рыбки белюсенькой. А взять мне вот это не взять. Чуть-чуть возьму вот этого. С перчиком зелененьким. Сыр нет, булочку нет, моцареллочек взяла, карт, морковный суп, вот эти вкусные штучки возьму, несколько штучек, это с vegetables. Гляньте, какое кусманище мясо. Нет, я брать его не буду. И я взяла себе сок грейпфрутовый.